И всем привет, всем доброго времени суток, дамы и господа. Сегодня я подготовил для вас 5 лучших беспроводных наушников до 5000 рублей в 2024 году. Наушники Honor AirBuds X5 Pro представляют собой идеальное сочетание продвинутых технологий, высокого качества звука и комфорта использования. С их автоматической синхронизацией при извлечении из кейса вы моментально погружаетесь в музыкальный мир без лишних усилий. Стандарт защиты IP54 делает их стойкими к пыли и брызгам воды, что делает их надежным компаньоном для любых приключений. Динамические излучатели диаметром 10 мм формируют четкий звук с глубоким басом, позволяя вам наслаждаться музыкой в полном мере. Система с 6 цифровыми микрофонами гарантирует четкое и без искажений воспроизведение вашего голоса, а технология активного шумоподавления исключает посторонние звуки, обеспечивая кристально чистые разговоры. Гладкий пластиковый корпус и мягкие силиконовые вкладыши обеспечивают комфортное ношение наушников. Сенсорные кнопки приложения Honor AI делают управление интуитивно понятным и удобным. Встроенным аккумулятором, обеспечивающим до 9 часов воспроизведения аудио и кейсом, продлевающим автономность до 40 часов, эти наушники готовы сопровождать вас в течение всего дня, обеспечивая высокое качество звука и надежное соединение. Anker Soundcore Live Dot 2 – это наушники, которые объединяют в себе превосходное качество звука, комфорт и стиль. С 8-мм динамическими излучателями они воспроизводят четкий и насыщенный звук, погружая вас в любимую музыку или разговоры с высокой детализацией. Подключение к смартфону осуществляется мгновенно благодаря технологии Bluetooth 5.0, обеспечивая стабильную и бесперебойную связь. Эргономичный дизайн делает их легкими, стильными и комфортными для ношения даже в течение длительного времени. Сменная амбушюра, входящая в комплект, позволяет каждому пользователю подобрать оптимальный размер для максимального комфорта и плотной посадки в ушном канале. С впечатляющим временем автономной работы до 8 часов и функцией ускоренной зарядки, готовы к долгим музыкальным сессиям, даже при ограниченном времени на зарядку. Благодаря возможности быстрой зарядки вы сможете зарядить их за 10 минут и наслаждаться музыкой в течение 1.5 часов. Xiaomi Redmi Buds 5. Это наушники, которые сочетают в себе стиль, функциональность и высокое качество звука. Их внутриканальная конструкция и амбушюры разного размера из комплекта обеспечивают идеальную посадку и плотное прилегание к ушному каналу, что создает комфортное и надежное ношение. С поддержкой активного шумоподавления Xiaomi помогают вам погрузиться в мир музыки, минимизируя внешние шумы и помехи. Регулировка интенсивности шумоподавления и режим прозрачности позволяют настраивать наушники под свои предпочтения и ситуации. С впечатляющим временем работы до 10 часов от аккумулятора емкостью 150 мА. Часов и до 40 часов с использованием зарядного кейса емкостью 500 мАч. Xiaomi готовы сопровождать вас весь день, обеспечивая неизменное качество звука и надежное соединение благодаря технологии Bluetooth. С 12-мм динамикой и независимой акустической камерой звук становится еще более качественным, глубоким и объемным, погружая вас в музыкальный мир с новой интенсивностью. Realme Buds Air 3 – идеальный компаньон для меломанов и любителей активного образа жизни. Благодаря инновационной технологии Bluetooth они моментально соединяются с смартфоном, обеспечивая мгновенно погружение в музыкальный мир. Их ультралегкий вес и эргономичная конструкция делают их почти невидимыми в слуховом канале, обеспечивая максимальный комфорт в течение всего дня. С динамическим излучателем диаметром 10 мм, покрытыми карбоновым слоем, гарантирует мощное и детализированное звучание, которое погружает вас в мир вашей любимой музыки. Двойной микрофон системы шумоподавления обеспечивает чистоту и ясность вашего голоса во время разговоров. Встроенным аккумулятором, обеспечивающим около 5,5 часов автономной работы, и зарядным кейсом, продлевающим этот срок до 30 часов, Realme готовы к долгим музыкальным сессиям и активным тренировкам. Сенсорные кнопки управления на корпусе наушников делают их использование еще более удобным. Защиты корпуса по стандарту IPX5 эти наушники защищены от влаги и пота, позволяя вам использовать их даже в самых экстремальных условиях. А с комплектом из зарядного кабеля с поддержкой технологии ускоренной зарядки двумя парами сменных амбушюр готовы к длительному и комфортному использованию в любой ситуации. Huawei FreeBuds 5i. Это не просто наушники, а настоящий звуковой инструмент, который открывает перед вами новые грани музыкального и коммуникативного опыта. С сертификатом Hi-Res Audio и широким диапазоном частот они обеспечивают воспроизведение звука в высоком разрешении, захватывая каждую ноту с потрясающей четкостью. Встроенным микрофоном, который передает ваш голос с высочайшей четкостью, и система активного шумоподавления позволяет вам наслаждаться чистым и ясным звуком как во время разговоров, так и по прослушиванию музыки, минимизируя внешние шумы. Сенсорные кнопки на корпусе наушников обеспечат интуитивное управление, делая использование максимально удобным. Стандарт защищенности IP54 гарантирует их надежную защиту от влаги и пыли, что делает их идеальным выбором для активного образа жизни. С учетом подзарядки от портативного кейса, время автономной работы составляет до 28 часов, а функция быстрой зарядки позволяет вам быстро восстанавливать энергоресурс, даже когда времени на зарядку совсем немного. Эти наушники представляют собой идеальное сочетание высококачественного звука, комфорта и надежности, которое позволит вам наслаждаться музыкой и общением в любых условиях. На этом мой топ лучших беспроводных наушников на распродажу 2024 года подходит к концу. На канале в Telegram Spectrum вас ждет еще больше интересного контента. Ставь лайк на этот
топ, если он был тебе интересен, оставляй комменты, подписывайся на канал и до встречи в новых роликах. Всем пока!